сегодня состоится первый подрыв льда Паводок 2019. Это первое практическое мероприятие, осуществляемое правительством области для предупреждения природы паводковых вод. Данное мероприятие у нас проходит в рамках тренировки. Вот, но ввиду погодных условий, ввиду толщины льда, мы записываем данный подрыв в реестр уже боевых подрывов, то есть они уже пойдут по статистике как именно превентивные ледовзрывные работы. Данное мероприятие нацелено на ускорение вскрытия реки и безопасного пропуска воды, чтобы дамба, которая находится за моей спиной, находилась в более безопасном положении. Приготовиться! Готов! Взрыв готов! Огонь! Основная наша задача, действительно, чтобы все районы, невзирая на то, которые попадают ли в зону возможного затопления или нет, все были готовы к паводку.